4 ноября президент Ильхам Алиев принял бывшего президента Украины Виктора Ющенко. На встрече была подчеркнута важность проведения на высоком уровне 8-го глобального бакинского форума под названием «Мир после COVID-19». Участие большого количества авторитетных гостей в этом вновь организованном мероприятии в Баку, несмотря на пандемию, было оценено как проявление интереса к форуму и нашей стране. В ходе беседы с удовлетворением было отмечено осуществление плодотворного сотрудничества между участниками мероприятия.